Тут у нас столовая. И внимание. Вот здесь у нас выход на арену. Можно сидеть, кушать и смотреть фигурное катание. Очень красиво. Разбор подарков с чемпионата мира. Так, это у нас не подарки, это у нас информация. Все. Маски, которые я благополучно взяла. Все, я открыла. Маленькая свечка. И подсвечник. О, это очень круто. Это очень красиво будет вечерами дома. Швеция очень любит свечи. Я не удивлена такому подарку на самом деле. Ой, мне очень нравится. Супер. Люблю все такое домашнее, уютное. Что у нас здесь? Еще одна свеча. Шикарно. Спасибо большое. Стокгольм. Очень приятно пахнет. Антисептик. Значок. Забыла, как называется. Это Танечка Флада дала мне тортик. Не тортик, а пирог, который она сама испекла. Это у нас информация. Это газированный напиток с витаминами. Полезно и вкусно. Это я не совсем понимаю, что. Платочки. Dark Milk Chocolate. Шоколадка. Ну, просто знают, что хотят фигуристы. Так, это у нас для телефона, чтобы удобно было держать. Клеишь на заднюю часть телефона, и пальцы можно просовывать и пользоваться. Круто. Ну и ручка, собственно. Но больше всего мне нравится еще этот пакетик, который очень удобен. Такой шопер, они всегда актуальны. О, еще один антисептик. И в моей коллекции тоже такие уже появились. Так что покупайте. Так красиво сидел вот так.